Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с бритьем мужским, а именно сухая и влажная. Если вы хотите переходить из стандартных лезвий на электрическую бритву. Ну, в данном случае у нас представлен производитель Philips, 5000 серия, так называемый середнячок. И представлена вот данная вот бритвой S5898-35. Данная бритва была куплена в мегамаркете, ну и по результатам в течение недели где-то пришло вот такой вариант. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Давайте посмотрим, что находится внутри. Во-первых, упаковка стандартная. Ну, здесь основные свойства ее расписаны на различных языках. Здесь характеристики, 2 года гарантии. Еще бы она была у нас, эта гарантия. И что находится у нас внутри. Вон тут написано, что сделано в Нидерландах, но вряд ли, скорее всего, в Китае. База зарядки, кабель USB, чехол, ну и сама бритва. Ну и давайте смотреть, что там у нас находится внутри. А вон тут вот лишний год гарантии, если зарегистрируетесь в течение 90 дней с даты покупки. Ну и показано где. Дальше находится у нас кабель USB-C без зарядного устройства. Ну где-то кабель длиной, ну, около метра приблизительно. Здесь у нас дальше вот зарядная база для установки бритвы на нее и подключение, соответственно, к какому-то адаптеру питания. 5 вольт 1 ампер. Ну, вот у меня были различные адаптеры, как у гриновские, так и в виде розетки. И последний, не последний вариант. Внизу у нас еще находится бумаги. А, нет, еще вот что находится. И есть щетка для чистки. И бумаги у нас, гарантийные обязательства. Дальше, это что у нас? Тоже что-то наподобие этого. Ну и инструкция по эксплуатации. Что она может осуществить. Ну и различные примеры использования. Можно промывать в воде. Есть специальная база для промывки и очистки там с периодичностью. Когда у вас, кстати, показывает, что надо почистить ее. Есть триммер. И есть насадки, но насадки покупаются отдельно. Насадка как триммер для бороды. И есть еще насадка специальная для массажа щеткой лица. Это мы туда тоже положим. И здесь у нас находится сама, как ее тут уложили, электробритва. Давайте мы основное оставим, а то, что не основное, уберем, поставим сюда. И так давайте положим ее. Вот такая вот бритва. Здесь у нас триммер для висков. Так, ну, вроде у нас заряжено. Вон есть у нас замок. О, замок. Теперь ее не включишь. И функционирует. Здесь еще есть отображение, что нужно ее помыть. Так, ну здесь основные характеристики. Вот сюда подключается. Либо так. Да, еще один главный недостаток ее, то что, ну, во-первых, во время подключения к зарядке, то есть ей пользоваться нельзя, заряжается в течение, по-моему, часа, и в течение часа или 90 минут, а нет, 60 минут заряжается и 60 минут используется. 60 минут, вот здесь вот написано на упаковке. Зарядка 60 минут и используется 60 минут. Можно так использовать, можно использовать на базе и подключать соответственно. Угу. Вот так. Ставить на базу.
и заряжать. Единственный минус, ввиду того, что есть чехол, поэтому сюда не доложили. Крышка еще есть. Вот она бы не помешала. Поэтому китайская промышленность, там около 100 рублей. И как результат у нас есть крышечка. Но это отдельно покупается, как и насадка. Это триммер для бороды. Им это просто виски там делать. И щетка для массажа лица. Давайте сейчас посмотрим, как она заряжается. Для этого сейчас возьму, соответственно, какой-то адаптер питания 5 вольт 1 ампер. Вот я нашел тут адаптер питания с USB-A розеткой. Так, давайте подключим. И вот у нас идет зарядка. Я не знаю, видите, не видите, подзаряжается. Давайте сначала снимем крышку. И еще один вариант проверим. Так, вот видите, я включаю. У меня включена, вот идет зарядка. И говорит, что у меня заряжается. Вот я включил, нельзя. Идет зарядка. Нельзя пользоваться, если что, зарядным устройством, если у вас закончился заряд аккумулятора внутри данной бритвы. И вот здесь вот она так вот открывается. На место нее ставится, можно триммер поставить и щетку для массажа лица. И вот так у нас открывается для того, чтобы почистить, промыть соответствующие головки. И тут течение меняется, по-моему, 2 лет или 3. Вот эти вот головки. И если у вас там какая-то проблема с остротой лезвий. Так, вот такая вот у нас электробритва получается. Сейчас, если я отключаю, то все у нас соответственно работает. Ну и кто хочет перейти с лезвий на электробритву, то рекомендую. Итак, я вам продемонстрировал электробритву Philips Shave S5898/35 для сухого и влажного бритья с богатой комплектацией, с чехлом, но без насадки триммера и щетки. Закупается отдельно. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.